Поздравляю, дорогой азербайджанский народ, поздравляю всех с этим замечательным сегодняшним праздником, с Днем Победы. Я уверен, что день 20 сентября 2023 года, безусловно, войдет в историю как День Победы азербайджанского народа в этой битве за мечту, в этой битве за национальную цель, которой народ весь единым фронтом шел почти все эти 30 лет, под руководством каждого азербайджанца, под руководством народного гения, который все делал для того, чтобы эта цель состоялась, под руководством Гейдара Алиева, под руководством Ильхама Алиева, под руководством той национальной мечты, которая вела азербайджанский народ к этому счастливому и светлому дню. И я думаю, что сейчас уже ни у кого не будет никаких сомнений, никто не усомнится и не ухмыльнется при фразе, что Карабах — это Азербайджан. Это не просто лозунг, это не просто заявление, это факт сегодняшней политики, факт, который никто не подвергает сомнению и никогда больше не подвергнет. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим интеграцию Карабаха в Азербайджан полноценную, увидим полный вывод, наконец, всех этих незаконных вооруженных формирований с территории, которая, вне всякого сомнения, сейчас принадлежит Азербайджану, и никто уже никогда это не подвергнет сомнению. Вот, пожалуй, тоже очень важный факт. Я надеюсь, что российские миротворцы сыграют положительную роль в выводе последних остатков этих вооруженных формирований, в эвакуации того мирного населения, которое хочет выехать. И я надеюсь, что Азербайджан, наконец, спокойно и счастливо заживет в 21 веке. Сегодня, безусловно, большой светлый день для всех нас. И еще раз поздравляю, и еще раз говорю фразу, которую, повторюсь, никто никогда не подвергнет сомнению. Карабах, Азербайджан.